Тюмени полицейские спасли мужчину от мошенников, которые по телефону пытались оформить кредит на сумму 2 миллиона рублей. В дежурную часть позвонила женщина и сообщила, что ее супруг долгое время разговаривает по телефону с неизвестными. Она вызвала участкового, который, приехав на место, прервал телефонный разговор. Возбуждено уголовное дело. Запудрили, извините за выражение, мне мозги так, что я выполнял их просьбы, что и отвечал на их вопросы, продолжал с ними общаться. Хотел бы выразить искреннюю благодарность Дмитрию Владимировичу за оказанную мне помощь.